И всем снова привет. Мы проходим Far Cry 4. И хотелось бы заметить по поводу настроек. Вы знаете, что я узнал? Тоже, мне кажется, игру не очень... Вот. По поводу настроек, значит, так, что я хотел сказать. То, что, по-моему, не идеально, может быть, оптимизировали игру, но я не знаю. Ну, то есть, может быть, такая фигня, как с Ассасином, с Кридом. Кридом, точнее, просто. Потому что здесь, точнее, у меня что на пользовательских, на максимуме есть... Бывает падение FPS, что и на... Не на максимуме, там, на высоких, может, просто тоже падение. Такие же FPS. Именно такие же. То есть... то есть, например, на максимуме 30, допустим, да, и там чуть ли не на минимуме 30. Он упал. То есть это если бы связано было... Пайган засрал весь эфир своим унылым бредом. Сколько можно? Я послал парня на колокольню вырубить передатчики и прервать трансляцию. Но... Могу помочь. Неплохо, брат. Охраны там нет, но влезть непросто. Давай без падений. Ладно. Попробую. Сейчас мы саджаем, направимся на новое задание. Так вот, если бы это было связано как-то с... То есть с системой, с компьютерами, вот с этими, то я думаю, например, на максимуме было бы, может быть, и 30, но на минимуме было бы, ну, там, не знаю, 60 и выше. То есть, ладно, мне кажется, это что-то непонятное. Цветочки срываем, это как у нас в третьей части, та же фигня была. Вот, и смотрите, как нам далеко... Так, у нас здесь дельтаплан, но я не знаю, что лучше. Давайте попробуем на... Куда нам, кстати, на дельтаплан? Давайте попробуем, почему нет? Отменить нельзя. Е, чтоб спрыгнуть. А парашют-то есть? Ёб твою диви, подождите. А, у меня задание там почему-то. Куда же я улетел? А, нет, смотри, все правильно, все правильно. Вот туда нам... Вот, ну, я думаю, с настройками мы еще разберемся, посмотрим, что к чему. Ёб твою. А сколько у нас аптечек? Ноль, что ли? А почему мы лечимся? А, зелененький. Ладно. Так, ладно, погнали. Вот. А, кстати говоря, даже если я на максимум выставил, то, например, не получится поиграть в... С каким-то там... Блин, как же там называется? Типа какое-то глобальное освещение или... Какой-то общий свет. В общем, я не помню, как называется. Выставлено у меня настройки S... S... ССАО, вот я примерно так. Вы, я думаю, вы понимаете, о чем я, вот. То есть не HBO плюс, по-моему, так, или HBOO плюс, как-то так там. Вот, что тут надо. Потому что, не потому что там лаги, да, а потому что... потому что просто тени не отображаются грамотно, то есть... Так, прыжок... То есть они просто черные. Нет никаких лагов, просто они черные-причерные, эти тени. Ладно, мы тут поиграем чуть-чуть, чуточку и... Я, пожалуй, заткнусь на время. А куда ты идти-то? Чё, использовать кошку, или мне кажется?
Аптечка откуда-то взялась. Нам кому-то помочь, что ли, надо, не пойму, или что? Обезьянки там. Тварюга. Почему у нас цель... А, слушайте. Нам сюда, оказывается. Вот куда нам надо-то? С шипением микрофона я тоже исправился. У меня раньше все время шипел микрофон. Ну как шипел? Не то чтобы шипел, просто шумы были посторонние, кит. Вот. Пришлось исправлять. Так. Да ладно, вы что шутите? Я, блин, отошти хотел, чтобы пальнуть этой... какой-то хренью там. Ну, скажем так, еще не влился в игру, будем так считать. Так. Блин, я не успеваю прочитать что-то. Я... Не то, что не успеваю, а забываю прочитать. Что-то написано. Кошку, что ли, взять? Чего не пойму. Сейчас по-бырому тут разберемся. Подожди-ка, как? А, я не понял, хп отнялись у меня или нет? О, пистолетик у него какой-то. Почему только поменять можно? А это что такое? Необходимы навыки. Автомата я, конечно, не хочу менять. Ну, а по навыкам, чё, как тут, чё определять-то? Escape, наверное. Клавиатура. Или Tab. Как навыки распределять? Чё, допрыгнем? Нет, как вы думаете? Ёпта. Можно хоть спуститься-то? Да, е. Да, высоковато. Честно, а скалу не разобьемся, как вы думаете? Да, надо было все-таки понизу идти, ёпта. Слушайте, давайте, я не знаю. Попробуем. Ребят, ну все, все, хватит. Я понял, куда нам идти теперь. Чё-то как-то... Да, не очень хорошо получается. Ладно, давайте быстрее тогда. Не, ну это реально бред. Бред. Привет, цветочек. Так, собираем и... Быстро, 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 быстро. Так, поднять кошку. Ну, в кавычках все ясно. Кавычки-то я и не заметил. Все, ща пройдем, я все понял. Я просто даже поначалу правильно все сделал, просто что-то как-то я... Это только для того, чтобы того обыскать. Ладно, мы не будем. Давайте спрыгнем сюда и вот давайте спустимся.
И все, погнали вниз. Бегом. Не знаю, зачем я их собираю, но для чего-то они нужны. Так, и вот давайте разбираться, что тут у нас прикол. В чем тут у нас прикол? Вот здесь у нас можно забраться. Прежде чего, давайте так и сделаем. Твоя дивизия, мне кажется, нас сейчас заметит, нет? А как бы их пропалить-то, а? Я думаю, может, надо было там как-то забраться. Да, скорее всего, там птички какие-то прыгают. Блин, ну чё, будем, нет? Ну, давайте посмотрим. Ой-ё. Как садится-то? Ладно, чё, один, что ли? Да не может быть один. С кем же он разговаривает? Где хватить сигнал? А, вон еще один. Сразу здесь запаливаем его. Сейчас будем... Только не замечай нас. Фу, что это было? Удалить. Правильно. Так и надо. По-моему, еще что-то было, да? Ничего нет, да? Так, поднимитесь, чтобы перехватить радиопропаганду. Сбродите. А, ну все, это было из третьей части просто, да, я помню. Точнее, я знаю эту фишку. Эти вышки вообще, по мне, охранялись. Третья, слушайте, а вот... F. Чувствительность тут маленькая, надо бы. Ну, здесь забираемся. Тоже такие же веревки. Ну, круто, мне, я думаю, радует многих тех, кто играл в Far Cry 3. То, что они все-таки не поменяли сильно такой вот... Ну, как сказать, геймплей или как-то, я не знаю. Не очень в этих словах. Наверное, геймплей. Высокая вышка. Кстати говоря, я не знаю, блин, какой-то тут зверский шум просто. Слышно ли меня, я не знаю. Я вроде проверил на записи, меня нормально слышно, да? Очень классно вот эта физика проработана, ну, то есть как анимация персонажа, как он делает какие-то движения, то есть поднимается, еще что-нибудь. Да ладно, все 18 колоколь здесь. Или что там было написано, я не помню. Я думаю, вы же все знали о такой фишке, что можно игру пройти за 15 минут, да? Вот. Ну и так вот, шутка такая.
Вот тебе и навыки. Навыки, что тут у нас? Так. Ну, смотрим, это что такое? Нажмите F, чтобы ниже одного или двух... Находясь ниже одного или двух противников, стоящих на доступном, чтобы убить их. Стоимость... А вот это мы за что получаем, интересно? Понятно, что-то. Нападать на врага, бейте его с помощью F. Затем нажмите, чтобы взять его оружие, открыть огонь по остальным противникам. Нажмите. Вот это, мне кажется, круто. Чё? Вот это, что ли? Чтобы бросить его... Почему, чтобы бросить его нож? А, вот это тоже классно. Давайте качнем. Так, а за что нам вот это очко навык? А, за уровень новый. Все. Знаю. По-моему, за новый уровень. Да-да-да, мы будем выполнять дополнительные задания. Нам будут давать новые всякие там фишки там. Так, можете носить пистолет и еще одно оружие. Вот это очень шикарно. Можно носить... сумму до 500. А нафига нам деньги нужны, кстати? Я не знаю. Прогресс. А, так. Коллекции. Чем выбросить? Продать как? Или что это вообще? Тактика. Карта. Чё, карта не грузится? Вот это, наверное, за деньги, нет? Слон. А для чего нам деньги-то, я не пойму. Покупать оружие, что ли, или что? Так, а что это такое? Можно носить шкуру тибетского волка. Ну, давайте будем мочить всех животных тогда. Так, карта. Подожди, а карта что? Ку, это что такое? Тактика. Карта что-то не грузится. Так, а для чего же нам деньги-то, я не пойму. Подожди, тактика коллекции. Прогресс. Так, уровень... Ага, это вот это у нас. Готовление. Очень интересно, интересно, даже бы сказал. Такое обучение было у нас, можно сказать. А, доступна карта. Значок, нажмите быстрое перемещение. Нажмите... Чего? Что это такое? Ой. Навыки. А чё карта-то не грузится? Или это баг? Баг, что ли? Я не пойму. У вас, я не знаю, вы видите карту? Я не вижу карту. В чем прикол, друзья? Объясните мне. Баг или чё? М. Карты. И чё это такое? Ой. А чё там не отображает, слушайте. Е. А, Е типа и Ку, да? Почему карта... Почему карта не отображается, объясните. Так. Мышь. Или... предназначение клавиш. Круто вот это сделано. А как офигеть тут всего пешком? Тап, что такое тап? Лидеры, это нам не надо. Карта М. Пфф, слушайте, у меня походу карта почему-то не отображается. М. Да, смотрите-ка. Ну почему-то я ее не вижу. Может быть, я не знаю, на записи будет видно. Может, это баг? Давайте... Нам здесь, в принципе... А, там сундуки, ёб, были с алмазами, ёб. Аджай, это Сабал. Вижу, ты разобрался с вышкой. Блин, все равно карта почему-то не грузится. Молодец, брат. Теперь мы сможем рассказать людям правду. Блин, ну надо исправлять как-то. Нам срочно нужна помощь.
В золотом пути катастрофически не хватает припасов. Не, подождите пока. Так, а чё? Ну-ка, а в этих что-нибудь вообще бывает, нет? Меня кто-нибудь слышит? Нам срочно нужна помощь! Ну как ж круто, а? Так, подождите, ну... А, нам надо вот помочь, как раз таки-то есть задание. Нам нужна помощь! Так, что же с картой-то? Срочно нужна помощь! Так... Меня кто-нибудь слышит? Нам срочно нужна помощь! Винт! Прием! Это ты? Не знаю никого с таким именем. Проклятие! Опаздывает! А ты кто? Аджай Гейл. А ты кто? Аджай Гейл? Минуту. Да, Аджай, я тебя знаю. Я Гопал из Золотого Пути. Может, ты нам поможешь? Мой отряд ищет припасы, но у меня не хватает людей. Армия Короля ждет посылку от снабженцев. Шлю тебе координаты мест, куда сбросят груз. Забери все раньше, чем это сделают солдаты. А что все-то? Припасы. Нам при... Так. Вы можете изменить настройки управления. Так, стрелять, метательное оружие, сидя рулем нажмите, что это такое, домик, какой-то shift или, я не знаю, это вождение, чтобы вы, чтобы включить. Стрелять, просто, вау, подождите, аж. Ладно, я все заберу. Автовож... А, только по дороге, типа, да? Вообще круто. Ну-ка, а метательное это у нас... Ой. Ёпта. И чё это такое было? Чё, птица меня шарахнула, что ли, не пойму. Ой, сколько там водорослей или что это? Здоровушка-то у нас устанавливается, смотрите-ка. Или чё это такое? Будь здоровье. Ладно. Может, здесь можно? Давайте-ка. Блин, офигенно! По-моему, я включил. Пилот, что можно сказать, да? Так. А мне на квадроцикле прям надо, да? Или можно без него? Ну-ка. Упс. Ну, выходи, что-то. Подождите-ка. Ой, блин, как неприятно-то получилось. Да что ты делаешь, ёп? А давайте зайдем сюда, посмотрим. Ну-ка. Ну, типа курица, да? Ну эти птицы тут... А чё? А, можно. Перья, да? Ну чё, прикольно, ладно. Первый груз есть. Супер, еще один. Удачи. Еще один, да? Сколько? Походу орлы, я так понимаю, будут на нас мать... Да пфф, офигеть. Давай, ты что-то такой не выруливаешь никак. Нормально, что. Хорошо. Ой, что это, медведь, что ли? Ой-ё. Все, автовождение супер. А он летит на задание или в любое место, как бы? Стоп, мне вот сюда надо. Так, отберем. И вот здесь нам нужно... Рюкзак почти полон. Ну, что-то надо сбрасывать или я не знаю. Ё-моё. Я не люблю, конечно, животных мочить. Ну, но это игра всего лишь, так что давайте.
относиться все-таки как к игре. Компьютерный персонаж. И все. Просто-напросто компьютерный. Так что ничего здесь такого, в принципе, и не должно быть. В принципе, есть. Все у меня. Обалдеть. А теперь быстрее доставь их вот сюда. Спасибо. Навыки у нас появились. Ой, это чей-то мой квадроцикл. Надо далеко там ехать, и вообще тут побыстрее никак. Вот тут где-нибудь нет, нельзя. Давайте попробуем. Надеюсь, можно. Да, что ли, ничего? Вот то, что ты просил. Спасибо, Аджай. Все попадет в нужные руки. Просто оставь у двери. А внутрь нельзя? Мы готовим сверхсекретную операцию. Прости, но приказ есть приказ. Никого не впускать. Ладно. Ну, круто, что выполнили задание. Так. В принципе, нет таких жестких лагов, как я ожидал. Очень все круто. Вообще супер, все вроде нормально так прорисовано. Иголочки. Ну ладно, друзья, пока что остановимся на этом. Всем пока.